Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. В этом видео я покажу очередной халявный улов гель-лаков с AliExpress. Иногда на AliExpress бывают разные скидки, продавцы дают купоны на покупку и есть возможность купить что-то по очень выгодной цене. А я приступаю к выкраске. Первых два пакетика, в них по одному гель-лаку. Вот такой фирмы гель-лак, бутылочка пластиковая, объем заявлен продавцом 8 мл. Цвета у меня под номерами 031 и 039. Это разные оттенки красного цвета. Начнем с номера 031. Купила каждый из них по 38 рублей, сейчас он стоит 110 рублей. Давайте проверим их наполнение. За эту цену можно было купить только один гель-лак с одной учетки, поэтому я купила с трех разных учеток, но пришли только два. Для бюджетного гель-лака с AliExpress неплохое наполнение. Кисть тонкая, удобная, консистенция немного жидковатая. На типсе сильно не течет, а вот на ноготках посмотрим в других видео. Первый слой немного плешивит, второй слой нужен однозначно. Мастера, которые работают с большим количеством клиентов, чаще всего не покупают гель-лаки на Али. А вот если вы делаете сами себе и вам хочется побольше и недорогих цветников, то AliExpress вам в помощь. Базу и топ я советую вам покупать хороших производителей, проверенные товары. А вот цветники вполне подойдут и с AliExpress. У меня на канале много разных обзоров гель-лаков с AliExpress. Ссылки оставлю в конечных заставках и внизу под видео. Переходите, смотрите. Второй слой уже покрытие ярче, цвет лег плотней. Это немного другой оттенок красного. После выкраски второго гель-лака в два слоя сравним их. Первый слой, так же как у предыдущего гель-лака, немного плешивит. У нас начались холода, а я все без перчаток хожу. Руки заморозила, и теперь они трескаются и шелушатся. Уж простите за их внешний вид. Второй слой сделал покрытие отличным. Оба слоя хорошо просохли в лампе Sun 5 за 30 секунд. Гель-лак неплохой, но 110 рублей все-таки, я думаю, он не стоит. А за 38 рублей купить так отлично. Следующий пакетик. Купила два гель-лака за 65 рублей 43 копейки. Сейчас один гель-лак у продавца стоит 115 рублей. Фирма Elite 99. Продавец прислал вместо двух 3. Под номерами 22031 и 22032 я заказала, а вот этот из серии Platinum пришел в подарок. Наверное, продавец прислал для ознакомления с новой серией. Его номер 58022. Бутылочки гель-лака пластиковый, объем заявленный продавцом 10 мл. Начну с номера 22031. Это различные блестки и слюда синего и бирюзового цвета в прозрачной, слегка мутноватой основе. Выкрашу их сначала на прозрачную типсу в два слоя, а затем выкрасим на черную типсу также в два слоя. Гель-лак средней густоты, хорошо самовыравнивается. В два слоя и на прозрачном типсе смотрится красиво. Тот, кто не любит ярких ноготков, присмотритесь. Следующий гель-лак под номером 22032. Это уже оранжевые и золотые цвета блесток и слюды. В этом гель-лаке, кажется, их количество чуть больше. Наполнение у этих гель-лаков также неплохое. В этом гель-лаке слюды чуть меньше.
в два слоя очень красиво. А теперь выкрашу на черную типсу также в два слоя. На черной типсе они раскрываются в полной мере, очень красиво горят. Камера не передает всего того блеска. Похожие гель-лаки у меня есть от Girl to Girl. Вот такие красивые цвета. Ссылки на них я также оставлю внизу под видео. И на видео с выкраской также оставлю ссылочки. Ну и давайте посмотрим, что за гель-лак мне пришел в подарок. Ух ты, какая красота! Это насыщенный бирюзовый гель-лак, состоящий из блестков. Похожие гель-лаки у меня от фирмы Билен очень понравились. Я позже покажу вам типсы с выкраской. Этому гель-лаку достаточно одного слоя. Спасибо продавцу за подарок. Гель-лаки фирмы Elite 99 я уже пробовала, достойная фирма. Ссылочки на другие обзоры гель-лаков этой фирмы я оставлю также внизу под видео. А вот это выкраски гель-лаков от Билен. Вот этот цвет очень похож на тот, что пришел мне сейчас. Еще два похожих гель-лака у меня есть от Rocknail. У них только не такая плотная концентрация блестков. Ссылки на все товары оставлю внизу под видео. А вот это типсы с выкраской всех моих гель-лаков. Хотите, чтобы я сняла видео и показала их все? Напишите мне в комментариях, и я сниму его для вас. А если вам что-то понравится из моей коллекции гель-лаков, то ссылки вы найдете внизу под тем видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Тот, кто еще не подписан, подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. У меня еще идут недорогие гель-лаки с AliExpress, так что впереди вас еще ждет много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока!